Привет. Узнал? Надеюсь, узнал. Для тебя это видео пишу. И для вас, мои дорогие, уважаемые партнеры по бизнесу. Сегодня последний день, еду домой. И хочу вкратце поделиться с вами то, что у меня внутри для вас. Я здесь, потому что я хочу развиваться, я хочу стремиться к лучшему и добиваться большего. Я не хочу стоять на месте, меня интересуют другие цифры и другие перспективы. Я определил для себя, чего я действительно хочу и к чему мне нужно стремиться. Общаясь с успешными людьми, понимаешь, что мир тебе может дать то, чего ты действительно хочешь. И нет никаких ограничений. Ограничения у нас только в голове, которую надо просто брать и перепрограммировать. Я решил, хватит сидеть на месте, пора двигаться и стремиться к лучшему. И добиваться большего и достойного. То, что действительно достойно нас. Поэтому, что я могу вам посоветовать, дорогие партнеры? Имейте желание и стремление. Надежды на кого-то нет никакой. Вы сами творцы своей судьбы, своей жизни. Посмотрите в глаза своим матерям, отцам, своим детям, своим женам. И задумайтесь действительно, чего вам нужно и чего вы хотите. Может, хватит спать и сидеть, отсиживаться и думать о том, что действительно моя жизнь изменится к лучшему. Не действуя, ничего не делая. А если и делая, надо анализировать и применять те знания, которые действительно помогут вам вырваться с этого болота нищеты. Пора. Пора, дорогие. Пора. Главное не сдаваться, ставить себе цели, действовать, развиваться, платить цену за успех и добиваться того, чего вы, конечно, действительно хотите. Зачем вы в бизнесе? Задайте себе вопрос. И чего вы хотите? И что готовы делать? Эти три основных вопроса, они помогут вам здесь преуспеть. Все в ваших руках. Захотите, будете успешными. Не захотите, это ваше право. Но я знаю, что вы достойны лучшего и большего. Поэтому я желаю вам осознать и принять верное решение. Всего вам хорошего. С уважением, Константин Кравчук. Счастливо.